чистого аккаунта вряд ли. Хотя можно это будет проверить сегодня. Ну, читайте анонс на главный сайт призов, там что-то написано про эти отборочные игры. Я так, на самом деле, нифига так и не понял. Зачем мне играть на LAN? Я не револьвер, чтобы ездить на LAN и просирать в первом групповом этапе. Я еду, чтобы сделать видеорепортаж, фотоотчет. Я же стример, медийная личность. Не хватает минералов. Зачем мне это надо? Че, дебил, что ли? Копить 1000 баксов, приехать и в первый же день потерять эту 1000 баксов и уехать домой. Потом зайти на форум и прочитать про то, какой я идиот. Нет, извините, у меня есть мозги в голове. Sorry. Да, я Бущу Ака, играю на чистом аккаунте, хочу посмотреть, какую лигу и когда меня будут переводить. Точнее, когда меня переведут. Ну и играем во всякие фанстраты. Потом оверчардж на мейне у Тоса. Быстрая кора. К новой клаве привыкаю. Какой-то у тебя... Блин. Я даже не знаю, не фотонить тебе что ли? Нет, не буду фотонить. О, макро. Макро плей. А я олень. Позволил ему хату поставить. На время не посмотрел. Хорош. Короче, попался потный тип. Потный тип. Ну, это факты. Тут ничего не скажешь. Знаете, сколько вот, сколько... Ну, к сожалению, сколько игроков из СНГ съездило на LAN-турниры, отлетело в первом туре, в первый игровой день, и уехало обратно. На эти деньги можно, наверное, каждому из вас купить новый компьютер, на котором можно стримить. По HD. Еще и в 60 FPS. Ну, ладно, забейте. Ой, так, пион у меня заказан? Да, заказан. Что-то я сомневаюсь, что у него две хаты. Почему нет третьей-то? И самое тупое, что он не заказал собак. Но у него, кстати, висел грамотный овер над нычкой, чтобы палить, фотонит его или нет. Так, 3, 2, 1, 5. Да, все норм. Давай. Подальше кибернетку. Считать чужие деньги. Я человек, у меня есть рот, я имею право считать то, что я хочу. И я не считаю, я говорю факты. Хорошо, мы можем это как бы оставить в секрете, никому об этом не говорить. Недостаточно энергии. Окей, ладно. Молчу. Все. Стримлю без комментариев. Все, я Верди. Нет, такого удовольствия я вам не доставлю. Короче, надо ждать, смотреть, во что он будет играть. Ну, все нормальные проигроки, как правило, всегда такие вещи говорили. Ну, такую фразу, что ехать на турнир туристом — это первая ошибка. Если ты едешь просто так поучаствовать, ты можешь спокойно, сидя дома, играть. Такое ощущение, что там какой-то пуш роучами. Вот, не знаю, вот чувствую. Вот просто чувствую. Вот не знаю почему. Короче, ехать на турнир туристом, тупо для того, чтобы отлететь в первом туре, это и так, как многие понимают, смысла нет. И уж тем более, ну, за свои деньги я не знаю, там кто-то ездит или нет.
Я не хочу дискутировать на эту тему, я могу просто так поверхностные, как бы очевидные вещи сказать, мнение не больше. Меняем. Всем добра. Так, это сюда. Это сюда. Отказ систем защиты. И Роучварина не завезли. Так, хата добыла 4 сотни газа. Раз. Два, три, четыре. Нет, лишний гейт. Блин, хрена делается. Гасик, какие ранние газы видел. Это гробов спасает. Время мы немножко понервничать. Сами тоже немножко нервничаем. Недостаточно энергии. Дай ты Зиоту пройти, друг. Улучшение завершено. А чего у меня денег так много? Ой, жесть. Я что-то отвлекся немного. Задискутировались. Можно попробовать овера убить. Недостаточно энергии. Разместите строение в энергетическом. Мне даже интересно. Вот него сейчас будет. Ой, жесть. СМ3 совсем нет. Разместите строение в энергетическом. Бейлинги! Ой. Лол. Какие нафиг бейлинги? Ты что делаешь? Я без центри не могу бейлингов убить. Ладно. Хорошо. Блин, собаки без грейдов. Я боюсь, что просто будет мут, и сейчас будет очень тяжело с этим делом. Нужно построить больше пилонов. А что еще делать, кроме рекова? У меня бейлинги в ближнем бою, сентри без маны и гейты на кулдауне. Я же не дурак, лучше спасти свою армию, чем отдать ее потом. На ровном месте. Вообще надо слетать к нему. Я вот чувствую, что надо. Может, там какой-нибудь ГМЛ сидит. Крутой. Не хватает минералов. О, с пробкой. Не хватает минералов. О. Блин, у меня ох, фига, там лингов жесть. Откуда так много-то? Не хватает минералов. Требуется больше веспена. Разместите строение. Могут быть, кстати, и фасланы, надо летать. Так, значит, летим вот так вот. И... так вот. Улучшение завершено. Нужно построить больше пилонов. Не хватает минералов. Вообще, грейд на щиты было бы неплохо сделать. Ну, бейны, два эволюшна, делаются 2-2, это я вижу прекрасно.
Козы встали 5 минут назад. Враг приближается. Пиль и мута. Разработка завершена. Не хватает минералов. Враг приближается. Пиль и мута. Не хватает минералов. Разместите строение в энергетическом поле. Не хватает минералов. Мне только интересно, он собирается вообще ко мне идти, нет? Не хватает минералов. Заштормить бы это все хорошенько. Ой! 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 Ready for report, мобхакер. Ой, я не могу. Блин, мутка. Ой, до слез просто. Просто до слез.